эти 9 утра? Разумеется. Подъезжая к станции метро Уимблдон, вы увидели старушку, отбивавшуюся, помните, отбивавшуюся от моих хулиганов. Утра среды? Естественно. А где его дочь? Ну, сперва у нас, первый час, потом в больнице. Сэр, а как же вы график? Я не понял. Похоже, я выпал из графика. И ничего удивительного. Так это улица Кеннелон? Ну, конечно, конечно. Так это была Мэри? Да, 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 да. Она пошла варить вам кофе. Метро Уимблдон. Двое неизвестных пытались отнять сумочку у старушки. Дочь, Барбара, 7:30 утра. Нет. Ее имя Дора Спинкс. 11 вечера. Миссис Спинкс выбивалась от хулигана. Вы остановили машину и бросились ей на помощь. О, что, тебя же убить могли? Подожди, дай сообразить, что ты... Соображать! Тебе надо пойти с ночью. Нельзя вам задать эти вопросы. Вы же видите, он не в состоянии с вами разговаривать. А ночью ваш супруг, скажем так, не был расположен к общению. Сперва отказывался называть свое имя, потом место жительства. К тому же, они совместили личность с нарушенцей. Каждые 5 минут по очереди падали в обморок. Ой, что? Веселая была ночка. Так, еще пара вопросов, и я вас покину. А где моя машина? Ну, дома, кстати. Это хорошо, это хорошо. Итак, вы убежали с утра. Да. Ну, дурак. Миссис. Нет, а что, нет, он вмешался. Эти бандиты его по голове. Не-не-не, это меня старушка своей собочкой по голове. Вот дело! Она думала, что я заодно с телепортами. Это мы уже выяснили. А потом те парни убежали, так? Ну да, в сторону Хайски. Ясно. Приметы сказать можете. Ну не знаю, широкая такая, там магазин стоит, там еще магазин. Приметы подростка. А нет, я не заметил, когда меня старушка с сумочкой убила, я ей пытался объяснить, что я так просто... Ну и приезжал бы мимо, ну не лез бы, не знаю, где бы. Извините, инспектор. Так, ну что, все, а то мне нужны нервы. Последний вопрос, ночью, после долгих уговоров, вы нам сообщили свой домашний. Да. И этот адрес... Улица Кеннелуд, дом 25. Так. Но вот в больнице почему-то записан совсем другой адрес. Льюин Роуд, дом 47. Не может быть. Представьте себе. Может быть, у вас 2 дома? Не ошибаешься.
Что отдавать? Да что он вел себя как герой? Он старушку защищал от другого бандита. Ты что? Да, да. У меня там почти ничего нет. Да у тебя там и раньше ничего не было. А вообще у нас мирный, мухи не обидят. А вы не боитесь, сам, что опоздаете на работу? Да. Да. На работу? Да я к вашему сведению. Главный показатель экономического курса нашего правительства. То есть? Временно. Без работы. А, понятно, сэр, понятно. Но собираюсь делать это занятие постоянным, а? Понятно. Очень расписание выучим. Вот так. Ну что ж, больше у меня вопросов нет. Поставите совету супруге, сэр. Подержите, отдохните, берите силу. Да-да, тебе помешать не помешает. А полиция пускай займется своим делом. Инспектор, инспектор, вы знаете, что в Лондоне каждые 5 минут хулиган нападает на прохожего? Неужели? И прохожему это дико надоело, а? Будь у нас побольше таких, как ваш друг, мы бы уже давно покончили с преступностью. Еще. Я вас понимаю, вам нужно волноваться, но хочу повторить, ваш муж герой. Так что я полагаю, скоро тут у вас появится пресса. Пресса! Оставляю вам свой прямой телефон в первом участке. Ну, а в случае, если вспомните пример этих мерзавцев. Я почти всегда там, но если вдруг меня нет, будет кто-то из моих мальчиков. И думаете, они смогут поймать этих негодяев? Скажем так, надеюсь, господа, мальчики у меня активные. Ну, мистер Смит, всего доброго. Инспектор, я вас провожу. Не волнуйтесь, это все правильно. Чрезвычайно напряженное утро. Что, нам еще не завтра? О, спасибо. Мерси. Алло, квартира Смита. Нет, это не он. Он сейчас не в состоянии разговаривать. А? UPI? Это что такое? А, UPI. Да, улица Кинолор 25. Пожалуйста, это из агентства новостей. Что? Пресса! Да, слушай, они сейчас делают героя, пустят наш твой портрет на первой полосе. Мой портрет? Да. Черт возьми, ты что, им дал мой адрес? Ты что, полицейский гений прав. Они сделают из тебя героя. Мой портрет! Мой портрет! Моя! Меня ни для кого нет дома! Что? Звонили из агентства новостей, сказали, что пришлют корреспондента. Что говорят новость? Что говорят новость? Пойду принесу ему таблетки. Так что? Что же он меня сказал? Что они с кем не будут общаться? Хорошо, Зайка, хорошо. Что они с кем не будут общаться, Мэри? Черт. Слушай, ты не принимаешь все близко к себе. Ты не понимаешь, Сталин, ты не понимаешь. Скромничать, посмотреть, какую чушь из этой газеты, так ты достоин первой класса. Пойдите, пойдите сюда. Мой портрет не должен попасть в Мэри. Короче, если это пресса, скажи, что это был не я. Скажи, что это был ты. Короче, говори все, что угодно. Что за чушь ты несешь? Пойми, если мой портрет попадет в газету, я погиб. Если про тебя напечатают в газету? Ну да, погиб и опозорен. И Барбару тоже. Я не понимаю, почему ты будешь... Барбара? Две жены? Ну да! И два дома? Ну да!
лепечета в Москве. Я не могу поверить. Мне сводка с невероятным. Ты что, порхаешь туда-сюда, как сексуально замученный бутырь? Ну да, ну типа того. Слушай, ну юный рот, ты же совсем близко. 4 года езды на машине. Ну, с ума сойти. Поймите меня, это очень удобно. Жизнь таксиста, жизнь особая. Утренняя смена, дневная смена, вечерняя смена, ночная смена. На твоем месте принял всю упаковку. Так, а сейчас
Кролечкина! Давай, иди отвлеки Мэри, мне нужно срочно позвонить Барбаре. Барбаре? Мне нужно срочно позвонить, пока она не ушла на работу. Ага. С ума сойти. Слушай, иди и не спускай с нее глаз. Нет, нет, вот это я понимаю в жизни. Хорошо? Как дуже? Ну да! Алло, ну, да.
будешь. Алло, иди возьми его на себя. Скажи, что это я, что это ты. Бегом. Джон! Алло, дорогая, я думал, ты уже повесила трубку. Джон, так у тебя что, травма? Какая травма? Ну, головы. Слушай, этому фермеру укоротить по его язычок поганый. Джон, может мне сама приехать и забрать тебя? Нет! Нет, милая, не надо, не приезжай. Все хорошо. Слушай, что ты там говорила про полицейского? Все готово. Я еще утром позвонила в наш второй полицейский участок. Да, я понял. Вы знаете, мистер Поуни не сможет сейчас подойти к телефону. Да не хочу я с ним разговаривать. Я все слышу. Сейчас мистер Поуни подойдет к телефону. Джон, это кому звонят? Стэнли! По поводу работы. Ну да. А мне показалось, ты сказала фермера. Ну да, фермера. Ну, хозяйка фермы. Она предлагает нашему Стэнли работу. Что, работу фермера? Ну да. С чего бы это? Да я не знаю, видимо, прочла его фамилию в газете. И Поуни. И подумал, что он специалист по разведению лошадок. Ты знаешь, пони. Маленькие такие лошадки. Пони. Но перепутала. Алло, Джон, ты меня слышишь? Да. Знаете, я думаю, что работа мистеру Поуни понравится. Если, конечно, не придется вставать слишком рано. Что? Да, мы нам звонили сегодня утром. Инспектор Портерхаус.
свинья, а жеребицы. Скажите, пожалуйста, трубочку у мистера Смита. Да нет, нет, он сейчас у вас там сам с минуты на минуту будет. Он только просил передать, чтобы вы ни в коем случае не связывались с полицией. Да, а ко мне как раз так пришли из полиции. Нет, нет, скажите полиции, что ничего не надо. Полиции? Алло, вы слышите меня? Да. Место в полиции мне не нужно. Фермеры податься. Что же вы говорите? Предлагают мне место в полиции. Мне место. Да, все. Я пойду искать Джона. Похоже, голова у него пострадала гораздо сильнее, чем вы думали. Мэр. Мэр. Значит, мэр. Какие-нибудь неприятности, мадам? Надеюсь, что нет. Сегодня утром вы заявили об исчезновении вашего супруга. Да. Мы проверили все ближайшие больницы, однако... Да, все в порядке, он уже объявился. Я очень рад, но хотелось бы прояснить кое-какие обстоятельства. Лигушона! 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 Прости, прости, не Yeah.
Мне все ясно. Отлично. Гости, закрыть дело. Ну, вы уж извините, я доставила вам столько неудобств. А, ну ничего, ничего, мадам. Я вас провожу. Благодарю. Да. Так, кстати, сэр, а как насчет вашей головы? В смысле? Вам где обрабатывали рану? Так спокойно, дети. Вы о какой ране? О том, что я сделал о капоте? Или о том, что я сделал апри? Апри, голову! Она ведь была позже. Вы в какую больницу обращались? А не в какую? У фермера жена, бывшая медсестра. Она и обработала рану. Бывшая медсестра, как удачно. А я вообще на этой рубашке родился. Отрадно слышать, сэр. Надеюсь, она у вас ничем не запятнана, сэр. Нельзя ему было садиться за руль. Как я ему разрешила? Ну, успокойся, ну, все будет нормально. Я буду звонить инспектору Траутову, первый полицейский участок. А я вот думаю, что совершенно не надо. Оставил свой номер телефона. Слушай, слушай, Джон будет очень недоволен, что ты вмешиваешься в это дело полиции. Да я просто боюсь, как бы с ним чего не случилось. В этой больнице должны были оставить его под наблюдением. Да-да. Алло, это первый полицейский участок. Это вас Мэри Смит беспокоит. Ha ha ha!
за ошибки работников больницы. А что, вполне возможно? Нет, возможно. Едва я вернулся от вас на службу, пришла информация из второго участка, что к ним поступила заявление о пропаже еще одного мистера Смита. Да не может быть! Проживающего по адресу Льюин Роуд, дом 47. Да нет, не может быть! А это есть тот самый адрес, который остался в больнице. Фантастика! Вам известно местонахождение нашего мистера Смита на данный момент? Нет. Но думаю, он на своем рабочем месте. То есть за рулем своего такси. Да очень больно. Ну что ж, придется пока навестить второго мистера Смита. Второго мистера Смита? Да, скажу к нему на Льюин Роуд. Побеседую. Что? Корова с Ирзельской
Мэри дергает. Я же из-за всего дергаюсь. Она ушла и сказала, что пойдем тебя искать. Ну дальше что? Как это что? А ты представь себе, что если она попрется, полицейский участок к этому... Как он? К травму? Ну? Что ну? Алло! Вы правы. Коровы этой породы способны на все. Что Траун пошел к тебе на Нью-Йорк. Так, понятно. Господин фермер, я сейчас не могу подробно. Мне нужно срочно бежать. Но я вас очень прошу, сделайте так, что корова ни при каких обстоятельствах не встретилась с быком. Ясно? Понял, понял. Сейчас. И еще. Переоделась и попытаюсь ее перехватить. Да-да. И не спускайте глаз со своих овечек. Корова гоняется за быком, бык гоняется за овцами, а что на результате? Овцы-быки! Все, мы идем в ресторанчик, зайдем, выпьем по бутылочку вина, подышим свежим воздухом, вернемся и сразу в парк! Yeah.
знаете, она вечерних газет не получала. Вроде бы черновато. Да нет, ее уже разносят. Так вот, имейте в виду, она бы очень не хотела получать этих газет. Мерзкая газетенка. Да, ну хорошо. И сами не читайте. Ладно, не буду. Когда придет мистер Смит, скажите, что звонил Фербер. Сказал, что дела на Фербер идут хуже и хуже. Понятно? Да, вот, Стэнли!
совсем забыл тебе представить. Это из полиции. Инспектор Портерхауса второй. Инспектор Портерхаус второй. Просто. Просто Портерхаус второй. Это участок. Второй это участок. И территория начинается за углом. Вы по поводу моего мужа? Да, по поводу, по поводу. С Джоном все в порядке? Да, вроде бы. Да, вроде бы все в порядке. Ну что же, с ним общались? Ну да, общались, общались. Когда? Что как? Когда вы общались с Джоном? Только что. Ну да, совсем недавно. Не то чтобы давно. Верно же? Верно. Вот. И где же? Что где, дорогая? Где он был? Тут. Ну да, ну тут, в двух шагах. А я его всем квартал искала. Да что вы? Ну и где же он? Кто? Кто? Кто хочет чашечку чая? Мой муж. Где он сейчас? Где? Где он сейчас? Где? Мне скажите, где он сейчас? Где он сейчас, не прав? В оценке действий нашей полиции, а? Стэнли! В Стэнли школе, дорогая. Что? Да, я там был просто голове. Кстати, его на автобусе отправил. Слушай, что с тобой? Хорошо. У меня голова, представляешь, уже совсем не болит. У меня все нормально, инспектор. У вас все нормально. Да, я вполне удовлетворен. Мы с ним уже все здесь выяснили. С ним? Со мной, со мной. Вы же хотели поговорить со мной. Вот и поговорили. Слушай, ты можешь минутку помолчать? Нет, я просто пытаюсь... А ты не пытаешься? Вечерняя газета! Да, на первой полосе даже портрет там, представляете? На первой полосе! Мадам, да вы же на героя! Да нет, отвратите, а? Фотография! Ой, ужасно выгляжу, а он же... Помилитесь, поцелуетесь, и все придет в норму. Помилитесь.
вступайте с ним в койку, а не выбирайте как можно дольше. Я не замечала ничего подобного. Не важно, значит, он наметил. О, ты что, я с этим придурком в койку легла? Не то, что смотреть. Прискорбно слышать. Да я вообще потом их вольности себе не позволяю. Совсем прискорбно. А может быть, вы думаете, что я к тому готова? Ну, честно сказать, не знаю. Yeah.
сумеете объяснить, что вы здесь делаете? Да, инспектор! Ах, у меня есть вам что сказать. Так-так. По поводу этой квартиры. Ну-ну? Она моя. Ваша? Да, да, инспектор, моя. Но вы же ни слова. Они не сказали, когда вы утром беседовали вас дома на Нью-Йорк. Не сказал. Не сказали даже тогда, когда я сообщил о существовании Джона Смита, называется где-то здесь, на Нью-Йорк. Не сказал. Что, провал памяти? Нет, нет никакого провала памяти, никакого другого Джона Смита тоже нет. Только я и обе квартиры мои. Вот. Только инспектор. Моя жена, миссис Мэри, она про эту квартиру ничего не знает. Да вы что, ляпли? Не, ну что? Эта квартира нужна, понимаете, чтобы здесь каждого, ну как-то вот здесь... Вышивать! Гладь! Ну да, да, вроде того, как-то, понимаете, отдохнуть как-то душой, чтобы душа распрямилась. Ясно, ясно, ясно! Мне все уже абсолютно ясно, вы ведете двойную жизнь! Сука! Домработница! Приходящая! Славная девушка! Работай, Барбара! Работай! Работай! Не мешай! Открой дверь, дурак! Вы знаете, они как-то в последнее время стали слишком сильно хамить, я знаю. Барбара, работай, говорю! Не мешай! Я говорю, не мешай! А не забрёшь их, так вовсе не стелишь, дядя. Работай! Приходящая домработница! Это хорошо! Уходящая ещё лучше! Я вам говорю! Нет уж, мистер Смит, позвольте мне, а вас я прошу оставаться здесь. Ой, хорошее настроение. Это от воздержания. Так, дорогая, скорее пойдем спать. Да,
поэтому я снял эту квартиру, но сами понимаете, наши любовные гнездышки. Даже не знаю, что сказать. Зато я знаю, что... Ой, ты ни в чем не виноват, мой мальчик. Послушайте, миссис Смит, подумайте, я
нормальный полицейский, без всяких там отклонений. И не моя вина, что ваш супруг с мистером Боуни, скажем так, сладкая парочка. Мистер Боуни такое от рождения, а вот ваш супруг недавно втянулся. Вам-то спокойно будет только за границей. А это мышь. Ага, я
Thank you.
Главное, чтоб не страдал Стэнли. Подождите! Это сынишка. Знаете, ну наш! Мой Мэри! Да что? Oh,
Ага, у меня идея лучше. Я займусь чаем, а вы монашка. Конечно. Давай пригласи на чашечку чая еще и монашку. Я как бы отделала с вас все и все. Да, все. Но что-то раньше у тебя это не очень получалось. Я сама себе разберусь. Нет, что ты! Если она тебя увидит, под нее вообще не отделаешься. Я сейчас расскажу, что ей рассчитываю. Проблема. Что же это мне предлагают? Чтобы Стэнли переехал.
У бедной мэри и так не слишком много неприятностей. Да, 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 да. Подумала, ты не показывал таких склонностей к извращению? Времени не хватало. А вот что касается тебя, то я ничуть не удивлена. Знаешь, нечего. Вы тут за что? Смирилась. Да, сегодня у меня день больших откровений.
Легли в постель. И вы считаете, что это прибавит счастья моему брату? Разумеется. Ну так вот. Вы просто старый, похотливый. Да. Любите вот это.
пойду поищу ее платье. Да плакали, вы его разве? Спокойно, спокойно, спокойно. Прошу вас, успокойтесь, сестра. Да, успокойтесь. Да, помогная жалоба тебе, сестра. А у кого платье? До такого состояния ее довели сложности в отношениях со Стэнли. Стэнли! Алда, вы что, знакомы со Стэнли? О, слава Богу! Нет! 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 Вы должны трижды подумать, прежде чем отдавать парня в чужие руки! Yeah.
мне. Но я же сказал вам, что я здесь не вполне официально. Понятно, понятно. А позвольте назвать на ваше удостоверение. Безусловно, безусловно. Не вертите, грязное животное! Девка, какое счастье вы здесь! Я, собственно, зашел только сообщить мистеру Смиту, что мы намерены прекратить заниматься его делом. Нет, они могут не прощать. У них здесь гнездо разврата. Гнездо разврата? Инспектор, я знаком с кое-какими аспектами жизни миссис Смит. Бедняжка зациклена на ненависти к нормальному сердцу. Да чья корова мычала-то? Можно сказать, она себе все это отрезала. Тебе самому все это отрезать, а? В этом причина ее духовных переживаний, сэр. Вы полагаете, да? Безусловно. А вот здесь, сэр, и закройте рот, пока я не установлю вашу личность. Мою ли? Да, что же она там, я уже давно
конечно, только правду. И ничего, кроме правды. Господи. Ну, во-первых, инспектор, запишите протокол. Что касается этой дамы, которая выбежала отсюда в слезах, заявляю категорически, что эта дама никогда не являлась монашкой. Означенная дама не являлась также супругой мистера Полни, у которого, в свою очередь, нет сынишки Луна по имени Стэн. Мистер Полни не является также ни голубым, ни фермером, ни одним из этих сочетаний. Что касается второй дамы, слегка нервной, но симпатичной, то изъявляю совершенно категорически, прошу занести в протокол, что эта дама не является ни моей домработницей, ни трансвеститом. Все эти маленькие пакости я придумал только для того, чтобы скрыть самую страшную ложь. На одной из этих дам я женат и живу здесь. На другой я тоже женат и живу совсем в другом месте. Я ничего не упустил, Стэнли? Вроде ничего уже. Ну, сукин сын, конец!